Специальное предложение только сегодняшнего дня. Бестселлер телеканала Shopping Show. Наимощнейший, но компактный и легкий. Никогда еще не было такой цены. Пылесос от бренда Starwind. Сегодня и только сегодня за 1499 рублей. Слушай, в преддверии дачного сезона, такого полноценного, рекомендуем заказать нашим телезрителям сразу два пылесоса. Один домой, второй на дачу. Представит нам его Алексей Мичурин, эксперт телеканала Shopping Show, отец троих детей, которому приходится убираться ежедневно и очень часто. Ну, ты абсолютно права. Данный пылесос подходит как для дома, так и для дач, так и для гаража, так и для мастерской. Показываем, на что он способен. Но в первую очередь пылесос нам нужен для того, чтобы пылесосить поверхности. Здесь у нас разные виды загрязнений. Рассыпали мы на ковровом покрытии, а мы знаем, что это сложное покрытие. Посмотрите, как пылесос легко справляется с этими загрязнениями буквально за один проход. Были сначала мелкие загрязнения, теперь более крупные. Отлично. Пылесосы их собирают тоже с коврового покрытия. А теперь самое мелкое, практически невидимое загрязнение, посмотрите, в виде песка. И пылесос легко убирает и это загрязнение. Это о чем говорит? Что он не только красивый, он не только компактный, он не только легкий, но он при этом эффективный. То есть мощности двигателя хватает на то, чтобы убрать абсолютно любые загрязнения с ковровых покрытий. Дальше, друзья мои, мы с вами пропылесосили полы, ковер идеально чистый. Мы снимаем напольную насадку, мы с вами снимаем удлиняющую штангу, и у нас получается ручная версия. Какая компактная прелесть, компактная версия пылесоса. Даже здесь же, смотрите-ка, что у нас есть. Хоботок, щелевая насадка, с помощью которой мы соберем с вами загрязнение, допустим, с дивана. То, что детки накрошили, поели, пожалуйста, то, что животные оставили после себя на диване, это ворс. Домашних животных мы с вами все убираем. А то, что спряталось от нас в узких щелях, мы с вами достаем вот этим извлекающимся хоботком. Посмотрите, как легко мы это делаем. Еще раз напоминаю, легкий, компактный, мощный, два в одном. Но это еще не все. Посмотрите, где скапливается весь мусор. Мусор скапливается в специальной колбе. То есть не нужно покупать дополнительных мешков для того, чтобы опустошить его. Вы просто снимаете эту колбу. Вы достаете фильтр, фильтр многоразовый, тканевый, можно постирать, можно помыть, посушить. Дальше вы устанавливаете сюда и вот таким образом закрываете. Отлично, все, пылесос снова готов к работе. Прекрасно, два в одном, получается так. Да еще не нужно тратить деньги на многоразовые вот эти одноразовые пакеты для сбора пыли. Это самая выгодная покупка только одного дня. Пылесос от бренда Starwind. Кстати, может быть, вам интересно, за два года мы продали более 35 тысяч таких пылесосов. Поэтому, если у вас есть такой пылесос, позвоните нам в прямой эфир и расскажите, как изменилась ваша жизнь с приобретением такой легкости и такой мощности. Четыре цвета на выбор. Красный, страстный оттенок. Слушайте, ну, друзья, когда красный цвет выбираешь, тогда и убираться хочется. Вот смотрите, когда на него смотришь, сразу, знаете, прилив сил, да, хочется его взять, да, и затанцевать, да, и вместе, да, в уборке. Да. Красота-то какая. А вот дальше Мерседес идет. Смотрите, такой черный, лаконичный дизайн для тех, кто выбирает. Все такое строгое. И, кстати, идеальный цвет для подарка. Если вы не знаете, какой цвет подарить, универсальный, на мой взгляд, цвет, оттенок, это черный. Мужчине в машину или в гараж, да, великолепно подойдет. Да. А для женщин это, естественно, бирюзовый. Ты знаешь, когда я смотрю на бирюзовый оттенок, сразу успокоение такое. Поэтому, если вы любите цвета спокойствия, возьмите мяту, свежий оттенок. И еще у нас есть оранжевый цвет. Четыре цвета на выбор. А вот оранжевый цвет – это великий антидепрессант. Об этом знают все абсолютно психологи. Рекомендуют почаще смотреть на оранжевый, если плохое настроение. Четыре цвета на выбор. Максимальное снижение цены – впервые за всю историю телеканала Shopping Show. Еще минус 500 рублей. Цена 1499 рублей. Просто если мы с вами зайдем на сайт и посмотрим, сколько там стоят вертикальные пылесосы, цены 10, и 15, и 5 тысяч рублей. У нас
только сегодня. Это самое выгодное предложение только для телезрителей телеканала Shopping Show за 1499 рублей. Сегодня, Алеша, еще и снижена бесплатная доставка. Действует от 3990 рублей. Поэтому отлично, надо брать как минимум 3 пылесоса, чтобы сразу с бесплатной доставкой. Ну, слушай, вот знаешь, вот, Алеша, вот большой пылесос мы когда-то маме моей подарили. Ей 74 года. И хотели сделать ей хороший подарок, чтобы ей было комфортно убираться. 15 тысяч рублей стоил тот пылесос, но она его говорит: Оль, он, я понимаю, что он дорогой, хороший, качественный, мощный, но мне его тяжело таскать. С балкона нужно достать, его собрать, за собой тянуть. Неудобно. И она всегда ждет, когда я к ней приеду в гости, чтобы я помогла ей убраться. Совершенно верно. Этот пылесос настолько легкий, что им не составит труда убираться не взрослому поколению, то есть нашим мамам, бабушкам, у которых уже нет силы и нет желания просто большой пылесос доставать, так и маленьким детишкам. У меня, допустим, дети не любят пылесосить именно из-за того, что за пылесосом надо ухаживать. Угу. Надо его сначала развернуть, а потом свернуть. Этот пылесос всегда готов к работе. Посмотрите, как легко и просто он собирает эти загрязнения с коврового покрытия. Мало да удал. Смотрите, какой мощный и невероятно легкий. Практически ничего не весит. Легче, чем даже веник. Слушай, вот скажи, пожалуйста, вот когда я пылесошу обычным пылесосом, потом приходится пыль вытирать, потому что из пылесоса все равно частички пыли вот как-то выделяются. Здесь благодаря тому, что установлен фильтр, который задерживает мельчайшие частички, у нас с вами никакая пыль в воздух не проникает. То есть пылесос защищает ваш воздух от как раз той пыли, которую вы стираете тряпочкой. Плюс стоит колба, в которой создается циклон. Таким образом, тяжелый мусор оседает на дне контейнера и не теряется мощность этого пылесоса даже при заполненном контейнере. Ну и экономия, Оль, никаких расходных материалов вам не нужно. Сегодня вы платите эту цену и пылесосите, да хоть каждый день, хоть по нескольку раз в день, тем самым в доме становится чище. Вспомните, а чистота – залог здоровья. Когда мы говорим о генеральной уборке, мне надо морально подготовиться, тяжелый пылесос. Вот, представьте, теперь легкость будет всегда у вас под рукой. Может быть, за дверью, а? Смотрите, какой он компактный, какой он удобный и невероятно мощный. И экономный. Не нужно покупать вот эти мешки для сбора пыли. Отлично, цена только сегодня.